Доброй традицией в отделе МВД стало награждение белореченцев, которые помогли полиции раскрыть различные преступления. Очередными, без преувеличения, героями стали двое молодых парней. Благодаря им по горячим следам удалось задержать убийцу. Подробности в одном из материалов рубрики «По оперативным сводкам». На площади у двух администраций общегородской развод отдела МВД. А повод очень достойный – наградить парней, которые помогли полиции поймать преступника. Эти два прекрасных гражданина России практически раскрыли неочевидное тяжкое преступление, то есть убийство. 14 марта 58-летний мужчина возвращался со свадьбы на такси. По дороге пьяный клиент начал выяснять с водителем отношения и в результате, избив и задушив его, выкинул тело из машины, после чего сел за руль автомобиля и скрылся с места происшествия. Увидели, машина в поле стояла. И развернуться хотели, чтобы помочь. Подъехали, увидели труп. Мы сообщили полиции, что пьяный человек поехал за рулем, а труп лежит на обочине. И все, и сидели, ждали, когда приедут сотрудники полиции. Ребята запомнили номер машины и, остановив проезжающий мимо автомобиль, попросили проследить, куда едет убийца. В результате его поймали по горячим следам. Долг свой выполнили. Мне кажется, любой человек так бы сделал. Преступнику грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы. А ребятам за проявленное неравнодушие, находчивость и смелость вручили благодарственные письма и премии по 10 тысяч рублей.